Краткая сводка о ситуации в Сирии за 7 февраля 2014 года. Хомс. В городе Хомс найдены тайники с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. В розыске таких вот тайников и схронов неоценимую помощь оказывают местные жители. Места недавнего пребывания бандитов еще долго будут напоминать опасными сюрпризами в виде автоматов, пулеметов, гранатометов, разнокалиберных боеприпасов и взрывчатки. Особенно опасны такие сюрпризы для детей. Провинция Дамаск. Продолжается эвакуация жителей палестинского лагеря беженцев Аль-Ярамук. В ходе переговоров, последовавшего далее перемирия, из лагеря эвакуируются старики, женщины, дети и больные. Эвакуация проходит организованно по спискам. Пока еще остающимся жителям лагеря подвозится продовольствие, оказывается медицинская и другая необходимая помощь. За порядком следят волонтеры международной гуманитарной миссии и представители правоохранительных органов. Спасенные беженцы с ужасом вспоминают месяцы, проведенные в захваченном террористами лагере. В страхе, унижениях и голоде. Провинция Дамаск. В провинции Дамаск в результате достигнутого взаимного прекращения огня между вооруженными силами Сирийской Арабской Республики и незаконными вооруженными формированиями в районе Мадомья установилось затишье. Многие жители этого района сочли необходимым вернуться к своим домам. Они были вынуждены бежать в неизвестность после захвата городка террористами. Около 2 лет люди не видели своих домов. Власти по мере возможности расселили их по общежитиям, школам, детским садам. Теперь они с горечью, но в то же время с надеждой и радостью возвращаются. Что их ждет на родной улице? Разграбленный или полностью разрушенный дом? Для многих не так это и важно. Важно, чтобы перемирие стало миром на этой прекрасной земле. И в район Барзе после окончания боевых действий стали возвращаться люди. Они говорят, что очень счастливы и готовы приложить все усилия для восстановления жилья и всей инфраструктуры города. Администрация района контролирует процесс и помогает возвращающимся жителям. Все надеются, что мир пришел навсегда. Григорий Нестеров, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, агентство «Анна Ньюс», Сирия.